Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Продолжая тему подарков Максиму на день рождения, ему подарили вот такую вот микроволновку Максвелл. Вы скажете, зачем вам микроволновка? У вас же есть микроволновка. Но дело в том, что наша микроволновка, она тоже маленького размера, тоже, в принципе, такая же черненькая, все то же самое. Она у нас испортилась, в общем, ну, как бы там долгая история. Ну, в общем, новая микроволновка. Сейчас еще покажу, что дальше. Это вот такая вот паровая швабра. Не знаю, кому больше повезло, Максиму или мне. Значит, выглядит она вот так вот. Поставила, тут ее разобрала. Ну, в общем, это не просто паровая швабра, это штука с 1000 там, не обманываю вас, я тут открыла с 1000, как говорится, всяких насадок, шлангов, тряпок, гаджетов, всего-всего. Ой, что тут только нету. У кого есть, напишите, кто пользуется. Вот такая вот насадка. В общем, смысл в том, что из этой швабры вот эта вот середина, типа утюга, она вытаскивается, и ее уже можно использовать там мыть окна, можно там мебель чистить, в общем, всякие всячины. Вот сам этот шланг, который присоединяется. Так, как показать? В общем-то, видите, всякие воронки, тряпки. Какие-то такие насадки. Я вчера все вскрывала. Мелкая вот такая вот металлическая насадка. Есть уже, ну, другая мягкая щеточка. Всякие удлинители. Щетки, сама инструкция. Вот такая еще тряпка. Вот такая вот насадка на резинке. Вот такая вот еще насадка. Вот это вот, который чистит мебель, получается, что на нее одевается вот это вот рукавичка и чистишь так мебель, матрасы. В общем, еще какая-то штука подвешивает даже. Ой, ну, в общем, вроде как все он показал, но посмотрите, сколько приспособлений для вот этого гаджета. Ну, не знаю, кто пользуется, у кого есть, напишите, очень-очень интересно. Вот я вам показала, ну, там, что там еще, там деньги, все в таком духе. Я с этими патчами хожу. Сейчас скоро их снимать буду. Вот видите, они как истончаются и прям иссыхают просто на нет, что уже все, вот это вот, все их уже выбрасывать, они уже прям реально как бы такие, ой, светило, тонкие и сухие становятся, что все, от них уже нужно избавляться. Ну, в общем, делаю регулярно, пользуюсь, и мне они очень нравятся. Следующий вопрос дает Лена Лапеева. Наташа, расскажите, что вы будете заказывать себе из третьего каталога Oriflame. Ну, мы с вами уже там листали каталог, кто видел, но эта тема очень-очень насущная, потому что третий каталог не за горами. Вот он, третий каталог Oriflame, он начнет действовать с 19 февраля. Я так понимаю, на моем канале много любителей косметики Oriflame, и поэтому это очень для всех насущная и важная тема. О чем я не сомневаюсь, что бы мне хотелось бы. Я вот тут сделала несколько закладочек. Конечно же, я хочу что-нибудь из вот этих вот губных помад. Особенно смотрю на цвета, на вот эти вот дикая роза. Потом на цвет розовая пантера. На цвет, знаете, даже на цвет черничные ночи. Рассматриваю, думаю, и прям очень бы хотелось. Следующее, что я точно буду показывать, лишь бы это на складе было, мне очень понравилась вот эта вот лаковая сумка. Вот она лаковая эта сумка. Она мне очень-очень привлекла, очень мне понравилась. То, что она такая... Знаете, я вообще люблю те сумки, которые держат форму, которые поставил, имеют замок, расстегнул, заглянул, и все там видно. Не особо люблю бесформенные мешки, поэтому
Это мне понравилось, она светлая на лето. В прошлом году я покупала сумку белую, которая 50 лет Oriflame. Ей очень-очень довольна, но сейчас тенденция к лаковым сумкам и обуви, поэтому мне это очень понравилось. Но я думаю, что в дополнение к этой сумке нужно заказать шарф. Посмотрев следующие каталоги, в пятом каталоге будут еще очки очень красивые к этой сумке. Конечно же, меня приводит в восторг вот эта вот сумка. Она не маленькая, она небольшая. У нее очень интересная такая структура кожи. Она меня очень заинтересовала. Она мне очень нравится. Как мне понравился орнамент вот этого платка. Я прям в восторге. И вот это вот украшение. В общем, думаю прям, ах, вау, облизываюсь и думаю, что же брать. Конечно же, как я вам и говорила, я возьму обязательно бальзам-праймер для губ. Вот этот вот белый, вот он здесь вот, да, представлен. Наконец-то на него нет никакого условия, что купи там какую-то губную помаду там или еще что-то. Он, наконец-таки, продается отдельно, и, в общем, его можно заказать, и ни на что не опираясь, и ни о чем не думая в комплекте. Хочу. Во-первых, потому что он разглаживает губы, значит, убирает шелушение, увлажняет. Делает цвет помады насыщенным, предохраняет макияж губ от растрескивания, делает его более стойким. Поэтому для меня это немаловажно. Хочу попробовать. Интересно. Как я вам уже говорила, хочу заказать вот этот вот парфюм. Мне очень нравится парфюм Paradis Men. И я прям нахожусь от него, вы знаете, в полнейшем восторге. Что буду еще заказывать? Буду заказывать обязательно дочери новую водичку, парфюмчик. Не подскажу, где она сейчас находится в этом каталоге, потому что я ее заказала, как вы видели в моих обзорах. И, в общем-то, получилось, что у меня ее выпросили, и мне пришлось ее как бы продать. Вот. Буду снова повторять покупку вот этой вот воды, потому что дочка просила, хочет она такую водичку, поэтому я повторю это 100%. Следующее, что я буду заказывать вот эту вот новую серию, которая стоит из геля для душа, крема для рук и мыла. Люблю новинки, люблю новые ароматы, будет такой очень там весенний праздничный какой-то дизайн, может быть, посмотрю, подумаю, что дарить учителям, педагогам, может быть, что-то и закажу из этой серии на подарок, а может быть, только себе, а им подарки соберу из чего-нибудь другого. Каталог мне понравился, смотрю еще вот на вот эти вот полотенца и вот на эту вот пену для ванны, молоко и мед. Ранее у меня была такая пена, и она мне, вы знаете, очень-очень нравилась. И я вот снова очень рада, что ее вернули в каталог, и все-таки, что ее можно заказать и приобрести для себя. Поэтому следующее, что меня заинтересовало в этом каталоге, но я вам про это не говорила, это вот из серии Swedish Spa, это масло 3 в 1 для волос, для тела. У меня такое масло закончилось, и оно здесь будет за 469 рублей, вот тоже смотрю на него, потому что серия шведский спа-салон мне очень нравится. В общем-то, краска для волос. По классной цене вот здесь вот, да. Посмотрю, сколько у меня в запасах краски для волос и обязательно оценю, нужно мне запастись за такую цену или нет. Ну, каталог крутой. Мне нравится много-много всего. И еще мне очень нравится вот это вот средство для снятия макияжа с глаз из линейки Novage. Поэтому тоже оценю свои запасы. И, может быть, тоже гляну и в сторону этого средства для снятия макияжа с глаз. Так что много всего. Вы знаете, как у меня обычно происходит? Я предварительно, когда вижу каталог,
Я смотрю и думаю, о, вот это классно, вот это супер, вообще, ой, столько всего-всего. Потом к моменту заказа каталога у меня что-то может измениться, весь заказ изменится. Писала одно, заказала другое, потому что закончилось и вообще третье. И уже я вот как бы делаю совсем другой заказ, чем о чем думала вначале. Присматриваюсь я его к вот этой воде. Вы мне написали, что простовата она для меня. Больше вы меня ассоциируете с новой водичкой, которая не так давно появилась в каталогах. Да, я согласна. На нее смотрю, тоже думаю, может быть, мне ее приобрести. Ну, в общем-то, много здесь чего в каталоге классного и суперского. Конечно, много аксессуаров, которые не могут вообще не радовать. Так что вот такой хочу сделать заказ. Следующий вопрос задает Делия Сминина. Хотела спросить про средства Натура Сиберика. Вы пользовались? Купила себе на днях несколько средств, очень понравились. Нет, не пользовалась Натура Сиберикой ничем. Пользуюсь другими фирмами, которые вы видите на моем канале, мне всего, так скажем, забили. Да, интересно попробовать. Интересно, почему бы нет. Уже говорила вам в видео, что готова принимать на обзоры, пробовать, как бы это да. А вообще хочу сказать, что у нас до Нового года, почему не пользовалась, во-первых, Натур Сиберикой, я не сильно практикую, знаете, заказы через интернет, почему-то как-то, не знаю. Потому что, видать, необходимости, надобности не было, раз постоянно что-то в сетевых компаниях, да, в таких заказах, как там Oriflame, Faberlic, Avon. Ну и вот как-то не заказывала. Но до Нового года у нас открылся в гостином дворе у нас отдел, в котором и очень большой выбор фирмы Natura Siberica. Я прям ее увидела до Нового года, было открытие этого отдела. Поэтому там теперь большой выбор, много-много всего. Так что порекомендуйте мне, напишите, что очень там интересного, крутого и классного. Я загляну, ознакомлюсь, посмотрю, и, может быть, для себя что-то приобрету. Задает Ирина такой вопрос. А у вас дети суп едят? Не очень. Не очень любят от безвыходности. Если сварю, но еще один раз могут поесть, если же это, допустим, была сваренная кастрюля, и в ней суп еще остался, и нужно его есть второй раз, то они, как бы, особенно Настя, не очень-то этому рада. Больше, если из супов рассматривать, то лапшу больше любят. Вот. В общем, суп могут поесть, но, знаете, один раз и все. Настя вообще говорит, что это такое? Есть одно и то же два раза, да это вообще с ума сойти, зачем вообще это нужно? Ну, понимаете, я говорю, ну да, здорово, конечно, нам надо это... какую-нибудь женщину, которая будет приходить, нам на завтрак готовить одно, на обед готовить другое, на ужин третье. И, в общем-то, нам нужна такая женщина, мечтаем о такой. Так, следующий вопрос Ирина задает. А у вас дома есть комнатные цветы? Были, принесу скоро, потому что переехали, я их не забрала, хочу забрать. У меня вообще орхидеи, я их люблю. И что-то были у меня еще много фиалок, но что-то как-то подизвелись, так скажем. И есть у меня несколько там типа пальм таких. Вот, орхидеи нужно уже пересадить, поэтому нужно мне купить грунт. И я их заберу от мамы. Вот был у нас с ней разговор. Я говорю, ты их больше не поливай. Вот, потому что, чтобы я уже по улице их забирала и несла, чтобы грунт подсох, и чтобы все-таки на этот холодно, чтобы я их выносила, уже хотя бы грунт подсох, и они были сухи, потому что я хочу уже их забрать, пересадить и, в общем-то, уже как-то ими заниматься. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной, я вас обнимаю очень крепко, целую, и мы с вами обязательно увидимся завтра. Всем пока-пока!